являясь тренером, работая тренером, это подразумевает под собой бесконечный процесс обучаться самому. Потому что, работая с определенной целевой аудиторией у себя на территории, глаз замыливается однозначно. Орудие нужно постоянно зачищать и точить. И вот именно подобные мероприятия позволяют это делать. Однозначно программу данного тренинга считаю полезной. И всегда люблю говорить эту фразу: не просто посетить мероприятие и забыть, а именно здесь дают те инструменты, которые реально можно применять, и я обязательно буду применять в своей практике тренера. Однозначно нужно расставлять иерархию в команде. Однозначно нужно понимать, кто лидер в рамках проводимого тренинга, когда ты выступаешь именно тренером, а не участником. И важно в каких-то моментах идти на уступки этому лидеру, советоваться с ним, а где-то все-таки отстаивать свою позицию тренера.